Ага, ребятки, что ж, снова всем привет, с вами Олег Огненный, продолжим прохождение игры Stranded: Alienbound. В прошлой серии у нас была жара, мы ее пережили, но сейчас перед нами стоит достаточно более другой вопрос, где нам добыть кремний. У нас кончился кремний, а из-за кремния мы не можем, без кремния мы не можем создавать новые виды электроники, это очень-очень-очень обидно. И вот где бы нам его раздобыть... Встает очень большой вопрос. В ближайших камнях кремния просто нету. Я тут уже посмотрел, да, все. Единственное, вот кремний... Это все руда, это немножко не то. Нужен светящийся камень, так называемый. Есть специальное растение. Кремний лист оно называется. Его можно высаживать полностью. Высаживая его, мы его в конце концов добываем и получаем кремний. Вот, кстати, он здесь тоже есть. Но, опять же, далековато вот он. Вот он, колючее красное растение. Его нужно срубить. Но это очень далеко, поэтому давайте-ка мы сюда отправим Хоуп. Я думаю, она сможет дойти. У нее больше всех энергии. Она более-менее отдохнувшая, если что, и так далее. Но... У меня просто сейчас нет выбора. Мне нужно срубать. Кстати, вот такие вот огромные обломки всегда что-нибудь хорошее хранят. Вот много здесь кремнелиста. Но вот его нужно добыть. Изучить и добыть. Грейсон сейчас занимается... А что ты туда тащишь? Металлолом? А толку-то от него? Если нету так называемого электроники... Ладно уж, что, куда деваться-то? А, это будет дальнее путешествие нашей Хоуп. Как она вернется обратно, я не знаю, конечно. Уфины, блин, прямо на горе вот так вот спят. Да, буду знать, что следующая вообще горная местность не самая приятная. Слишком далеко, если что, бегать, прыгать. Саманта сильный голод, так поешь. Если сильный голод, так нужно же просто покушать и все. Так, Хоуп. Скоро мне нужна будет новая одежда. Какая? Ну, если только он про это имеет в виду. Ну, да. Видите, даже здесь кремния нету. Хоуп не будет доставлять кремний. Я попрошу сделать это дрону. Он это сделает без проблем. Ну, представляете, как далеко она пошла, а? Недостаточно задачи. Охренел, что ли, а? А тебе за три версты, за три мзды сходить и добыть кремний, это вообще не задача, что ли? Оп, давай, нет, не расстраивай меня. Шик-шик-шик. Я просто ее срубил, но это не считалось. То есть, я же не знаю, что можно тут добыть. И поэтому мне такая игра говорит: а нихуя, надо сначала изучить, а потом срубать. Понятно. Жопа! Очень плохая жопа, как, что сказать. Это чем? Камень. Ну нет кремния, нету. Это все руда. Все руда. Как там? Ух, ё-моё. Ну ладно, если тебя кто-нибудь принесет там. Mm-hmm.
Здесь нигде нет кремния, да? Вроде бы горы, да, кремния нет. Собака? Серьезно? Эти собаки можно этот. Можно изучить. О, драка. Драка-ка-ка-ка-ка! Карака! Драка-ка-ка! Нет вообще вот. Руда. А, вот место рождения кремния. А, вот, да? Так, руда. Вот у кремний. Рождение кремния. Вот, отлично. Хотя бы уж. Но опять же, за три версты, за три сды находится. Саманта что-то пошла рубить. Саманта, ты молодец, но давай мы отменим это, не надо делать. Так, что пошла рубить-то? А, вот это, да? Нет, не надо. Собрано. О, топливо, замечательно. Жалко, мне очень жалко именно этот режим. Он классный, но... Не, не. Режим именно военного, там, аванпоста, например, да, или более... Как ее называется-то? Даже самый первый режим, там, типа, выживший, да, где на тебя... Ты приходишь, короче, там буквально через несколько дней на тебя нападают это, скоробей. Скоробей, мать его. А, ну, сидись. Кстати, удивительно, что вокруг меня начали появляться животные. Насекомые и так далее, прям. Стресс, не стрессуй. Давай быстрее, японские дивизии. Хоп, ты ж такая крутая. Все, сколько здесь? 10 крем я смогу взять. Все, замечательно. Теперь я беру дрона, и дрон спокойно сейчас принесет нам кремний. Дрон. И с кремния вот тут. Переместить. Грейсон, ты что там, отдыхаешь, нет? Вот объясни мне, нахрена ты ремонтируешь мишени, если у тебя жопа? А? Ну ладно, чего уж куда-то деваться-то. Исследуют раздутые насекомые. Да, надо исследовать их, правильно. Правильно. Это надо тоже разобрать. Не так далеко. Че, трубчатые растения изучить? Я не знаю, что там вообще. Я не помню вообще, что за трубчатые растения, что они там даются. Хоуп. Жалко, нельзя шахты строить. Кстати, вот это было бы очень классно. Типа, ну, в горе там взял такое, типа, ему небольшую шахту. Все. Дым-дым. Жопа нам. О! Так что ты будешь делать, матерь божья? Глотень. Большой раздутый насекомый оказался мирным травоядным животным. Я называю глотень. Его нельзя считать особо опасным, но он накапливает в коже жидкое вещество, которое выходит в виде ядовитого облака, когда тело животного трясется от страха. Лучше всего охотиться на него с расстояния. Да, это мы знаем. Все ломается при вещи. Почему металлических плавов-то нету? Понять не могу. А! Все понятно. Они хотят сначала... Все, они хотят сначала добить бетон, а потом уже металлические сплавы. Нет, давай здесь вот, вот это пускай будет в первую очередь. Да, потом уже будет бетон. Так, дрон, там этот ресурсы, давай сейчас мы тебе эти я прошу лично отправить. Так, вот. Перемести жидкое топливо. Ок. Ок. Так, Катя у нас здесь занимается. Почему Катя ничего не одевает? Может, нечего одевать.
Да, этот. Мне плащ один еще. Ой, травма от ловушки. Ха-ха, лох! Киндер! Набрано 180 очков. Не знаю, что это значит, но хрен с ним. Блин! Я только сейчас подумал, было бы здорово, да? Кстати, надо еще кого-нибудь отправить в этот экспедицию. Но у Витросини нет, древний корабль у тебя нет, исследование ломки нефтяного танкера. Нет, давайте лучше исследование. Оп, ага. Было бы прикольно, короче, если бы можно было поставить, например, турельки, да, и включить им режим атаковать все живое. Атаковать просто тупо все живое. Это было бы шикарно. Не хватает. Ее одной не хватает. Соточку дает, это 150 дает. Но потребление намного быстрее. Подождите, у меня что, второй сломался, что ли? Вы прикалываетесь? Блин. Ну как так-то, а? Сразу два сломано. Ой, блядь. А выключаем. Ой, блин. Ну да, сплава-то нужна, а их нету. Ты хоть поела, надеюсь? Надеюсь, поела. Так, ага. Странное скопление камней. И отправиться туда. Ага. Большой разлом в скале ведет в глубокую пещеру. На стене рядом со входом видны необычные царапины. Сложно сказать, человек их нанес или нет. Звучит любопытно. Надо исследовать, отметить место. Завалить ход камней, не забыть. Нет, звучит любопытно. А в пещере как-то странно пахнет. Чем дальше я захожу, тем запах сильнее. В конце концов, становится невыносимым. Мне приходится бежать к выходу. Ты дроид, ты сука... Я снова отправляюсь в пещеру, сжимая в руке факел, прикрывая рот и нос. На этот раз запах мучит меня не так сильно, как что я двигаюсь вперед, пока не дохожу до конца пещеры. В воздухе мерцает странная легкая дымка. Больше там нет ничего, голова не могу крутиться. Я разворачиваюсь и иду назад. Вообще-то мне мало с ней хорошо, но чего-то странно весело. Это наверняка странно, да еще как. Просто так вот слетали. Хуп, ты андроид, у тебя нету носовых рецепторов, или как это там называется правильно-то. Как ты можешь... что-то там чувствуете, ну, или болеть, я не знаю. Кстати, а мы можем разобрать ядро робота? Десять процессоров и 4 энергоячейки. Ну-ка, разберите-ка, блядь. Вопрос, а сколько разобрать можно? Дебил, оказывается, оружие-то можно разобрать. 20 кремний? Откуда у меня 20 кремний? Ладно, смотрите.
Серьезно, так легко? А, 25 кремний и 5 этих, да? Ну, разбери один процессор, ладно, окей, допустим. Энергичейку разбери. 30 кристаллов, кстати, даст. Охренеть, блин! Оказывается, все так было близко. Ты можешь все разобрать, оказывается. Процессоры-то мы оставим, и энергоячейки вот разобрать можно. Разбери энергокристаллы, отлично. Офигеть, а. А я все хотел продавать их. Оказывается, он берешь нафиг и все пистолеты разбираешь, черты бабушки, все. Вот, вот это крутая тень. А вот это здорово, кстати. Я хотя бы немножко электроники заполучу, процессоры заполучу. Круто. Нереально круто. Вот, а, кстати, кремний лист надо сделать, точно. Я совсем забыл про него. Выучить его. Средний рост, средний. 100. Так. Кремниевый листочек. Кремниевый листочек. Ну скажи, зачем ты мне живешь? Да уж. Так легко, оказывается. Так легко получить энергоячейки. Так легко получить процессоры. Так легко получить электронику, оказывается. Офонарить просто, а? Просто офонарить. Да. Сейчас окно открою, просто охерею немного от этого. То есть вместо того, чтобы... Ну, о чем-то задумываться, да, и так далее. Вы берете и разбираете. Вы можете все разобрать. Ну, имеется в виду, да, вот те ресурсы, которые мы соединили, их можно разобрать. Вот берешь винтовку импульсную и тоже разбираешь, она мне не нужна. Ядро робота я разбирать не буду. Ну и все, ну я лазерный копья разберу. А кое они мне, да? Это да, вот это. Сейчас это все слишком легко становится тогда. До какого месторождения руды невозможно добраться? Не говорю, что прям вообще все легкотня, нахрен, идите все в жопу, я прям это. Древний корабль инопланетян, исследование. Давайте на увид растения. Она хочет его изучить. Прям, ну, мне интересно, что там будет. 52 утилю, хорошо. Так, один аккумулятор починили. Сейчас второй остался починить. Ну, я сплавы жду. Я жду сплавы. Они вот здесь-то делаются. Так, давайте-ка мы в двух местах электрических, да, этот, сделаем сплавы, чтобы тоже готовились. А то уж прям как-то этот. Шесть энергоячеечек. Шесть процессоров. Это шесть энергоячеек, мне просто на 120 дней. Считайте, да? Ну, генератор. И вуаля, я этот спокойненько 2 года могу жить. Или год, если я поставлю вторую сейчас. Дорого стоит, нет? А десяток металлов... Так вообще, давайте на второй поставлю, я на всякий пожарный. Пока что.
конечно, пока что исследования не проходят, хотя очень хотелось бы, чтобы создать своего собственного робота. Хотя бы одного робота. А, она берет энергокристаллы? Кстати, она любит энергокристаллы. Кстати, да, и теперь... Блин, кошмар, это просто... Ну, это классно, это здорово. То, что вот я нашел такую фишку, оказывается. Да я что-то помнил, что что-то можно разобрать. Там, типа, в какой-то момент появлялись вот такие вот фишечки, что, типа, вы можете разобрать то все 5-10. Ладно, пускай сейчас все идет у нас по времени, я на 3 секунды. Ты вернулся? Ну, тогда мы особо здесь затягивать с прохождением не будем. Ну, дело в том, что... Как бы сказать... Все круто. Я попробовал новый вид. Это один дом. То есть целый дом, да? Так, отлично. Новый исследование. Масло из твердоклубня. Экспедиция завершена. Новый вид растений. Твердоклубень. Неизвестное растение изучено. С него удалось собрать ресурс. Твердоклубни. И все? Как бы сказать, да. Ну вот видите, получилось так, что... Классный режим, да. Вот с хоп там. Ну, понятное дело, что мы добьем ей сознание там, да, до большого количества процессов. Ну, процентов. Но в принципе, и все. То есть, видите, тут особо не нападают, ни насекомые. Синдикат там, блин, по 5 штучек присылает. Я понимаю, что если побольше меня нахрен разнесут, ну, как бы, хотелось бы тогда, чтобы меня... Ну, посмотрите-ка, он сам догадался. Ой. Растет наш дрончик. Сколько у тебя тут ресурсов-то? Здесь же они, да? Вот, 40 кремний. Ой. Это ты мой горд, правда? Блин, я раньше прослезюсь. Охренеть, то есть мне не надо было париться. А что, еще где-то есть? Что-то зря я. А подожди. Где еще? А, вот. Что-то я этот немножко постарался. Ладно, бывает. Всего лишь одна ошибочка. Все страшно. Так, хоп, сейчас вернется. Грейсон. Что мы там с... Так, жидкое топливо маловато, конечно. Побольше бы. О, торговая капсула достроена. Отлично, энергоячейка. Так. Все, да, пускай зарабатывает. Все, через 12 часов зарядится. 12:00. 12 ночи должна она зарядиться. Отлично. Кстати, электроплавильни можно строить дома. То есть прямо в доме, вот, без проблем. Вообще нисколько. То есть в этом плане они, конечно, очень выгодны. Ну что ж, первая моя капсула была достроена. Сейчас мы электроники накупим. Ну да, и топливо. Мне нужна электроника и топливо. Вот в больших количествах это электроника и топливо. Бум. Что-то не хватает? Подождем. Наверное, этот будет там типа оповещение, что рядом пролетает там какой-то корабль, да, этот вы можете начать с ним торговать, ну и тому подобное. Ок. О, кстати, да, кремниевые гели нужны. Молодец, умничка. Так, давайте-ка мы сама сейчас потихонечку будем отдавать. Так, где мне? Саманта исследует на первый уровень. Добыча и стройка второй пока что. Так. Действие. Создание тоже второй. О, Хоуп пришла. Как твои дела? Нормально? Сейчас отдохнет, и все будет хорошо. И сколько процессоров надо? 6, чтобы ее отремонтировать? 9. Давайте-ка мы ее отремонтируем. Все-таки 3 процессора-то мы добились. Плюс еще жёг сетчатки нужно этот сделать. Так. И Катя. Какой рутины? Зачем?
лечить Хоуп. Все, процессор у нас есть. Так. Что ж ты его задолбал? Кстати, по-моему, можно этими. А поблизь подойти не можешь, да? Типа шанс попадания будет больше. Молодец. Ага, так, где Хоуп? Все, тебя сейчас вылечат. Переживай, повреждение процессоров тебе восстановят. И ты у меня будешь набирать максимальное количество и приобретать опыт. Потому что да, оно давно уже медленно набирает. Лечение навыков минус 50. Ожог сетчатки. Подожди. Подожди. А как ей ожог сетчатки вылечить? Или типа она сама вылечится, что ли? Ну ладно. Как бы да, тут все есть. Упавшая звезда. Как раз вот я буду сейчас об этом думать. Экстренная передача. Зендер. Уменьшали даун. К вам срочная просьба. Говорит Зендер Норик. Наши общие знакомые поручили мне обеспечить вашу безопасность в этом секторе. К сожалению, синдикат вычислил мое местоположение, теперь меня преследуют. Мне отчаянно необходимо укрыться в безопасном месте. Можете мне помочь? Да. Наконец-то. А, то есть эта торговля тоже дает еще и возможность этого? Вердоклубини. Ладно, окей, я вообще без бэй, только так, так, кровать из металла, синтетика есть у нас? Есть. Вот мы ее здесь его поставим. О. Ну уж, мужик и мужиком спать не будет, мы за традиционные ценности. Хотя у меня две девушки, которые влюблены друг в друга. Так, ну, вот уже пошло, уже хорошо. Уже хорошо, уже замечательно, ИП. Так, дрон молодец, молодец. Зендер. Ну что ж, давайте посмотрим на этого Зендера. Зендер Нориг. Новый персонаж. По здоровью все замечательно. По настроению мрачная личность. Все понятно. Понятно. Ты что, у меня это что ли? Так. Вся одежда есть. Навыки. Хороший бой. Лечение неплохое. Все остальное по классике, да? Мужчина, возраст 33. Настроение повышается, если не спит ночью. Тогда, получается, мы сделаем сейчас ему этот режим. Ну, веганская пицца любит. И играет в дартс, то есть, если что. Постоянное пониженное настроение. Когда Зандур был 8, он спас щенка Динго, оставшегося без родителей. В тот день парень поклялся, что посвятит жизнь защите исчезающих видов. Сейчас Зандер опытный охотник на браконьеров. Он часто бывает на разных планетах, стараясь поддержать как можно больше компаний против браконьерства. Но и везде, куда его заносит судьба, главным хищником, тающимся в ночной тьме, остается вездесущий человек. Замечательно. Так, никакой сырой пищи. Ну, это все, там, да, готовая еда, все это есть. И предметы для отдыха тоже все есть. Замечательно. Следующее. Расписание. Зандер. Получается, спишь ты у меня. Так, сколько вы спите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, 9 часов почти. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, получается, с 8 до 17 ты спишь. А работаешь ты по ночам. Отдыхаешь в 6 утра. Давай вот так вот. И вот так работаешь. Здесь ты отдыхаешь.
Так, нет, не исследовать, а получается действие. Надо Зандеру-то поставить, да? Так, лечение ты не занимаешься? Рутиной идешь на двоечку. Ну, стройку можешь на двоечку. Охоту можешь на двоечку. Так, у тебя... Урожай, кстати, неплохой у него. Рубка на двоечку, скотоводство на ноль, посадка на ноль, утиль на двоечку, добыча на двоечку, готовка на ноль, создание на ноль, шитье на ноль, сбор на двоечку, если что, изучение на ноль, исследование на ноль и доставка на... Все, замечательно. Так, а, Зандер, сам себе построил кровать? Притом, потом тебе, именно тебе будет принадлежать эта кровать. Зандер, нет оружия. Кстати, вопрос. У меня, блядь, чем-то осталось из оружия. Я же все уничтожил. Лазерный меч есть, хорошо. О, кстати, прям вообще, ему прям это, то, что у него, ну, улучшение настроения. То есть у него мрач 10 минус 9. Да? Плюс 7. Я всегда ношу свой верный талисманчик. О, где собрано? Кто собрал? А, хорошо. Грейсон. Так. Лично это будет Зандер. А? Так, ну, в Вердоклубе я не думаю, что он вообще что-то вырастет еще. А, кстати, надо сборку-то урожая сделать, да. Что-то я уж вообще забыл. Ся. Настроение повышается, если не спит ночью. Ну, мы так и сделаем, да? Пускай он отдыхает. А, вон они. Вот это уже другое дело. Шестерки. Нормально. Я всегда с собой беру Зандера. Так, а чё? Заняться рутиной, Саманта. Нет. Разделать драку. Зандер этот у нас будет в ближнем бою. Ага. Что спать собираешься? У тебя все нормально спать? О, ну, у него покой слабее, слабенький пока, ладно. Блин, 6. Давайте... Ну, 6. Ну, хотя бы уже 6. Уже хотя бы 6. Не понял. Кто такой? Пиеродактиль, блин. Просто она может делать вкусные рецепты. Мясной пирог. Дин. Ага. Так, это нет. Так, вкусные рецепты. Мясное рагу. До двух. Так, а этот-то где там? Мясной пирог до одного. Ага. Кстати, хлеб. Надо хлеб, да. До 5. Вот так вот. Прям в самый раз. О, блин. Прошу прощения, я так обожаю дрона. Кстати, надо второго дрона построить. Я же могу построить теперь второго дрона. У меня же есть 4 электроники, можно добыть. Можно, может быть, добыть, ничего страшного. Thunder. Так, давайте тогда ему что дадим. Пока что, ну, самостоятельные задачки. Так, вот. То есть, пока что. Пока день, да, он не знает, чем заниматься из-за того, что у него режим пока что нарушен. Вот. Я не дам ему спать долгое время. Чтобы он как-то более-менее вошел в режим. Так, кстати, слава богу, я везде поставил вот эти вот... Блокировки-то, как это называется? Громоотводы.
Прям вообще. Я правильно сделал, что поставил их. Прям вообще. Я крутую тень. Так, перенеси. Кстати, ему можно сказать, чтобы он охотился на них. Это в рукопашку. В рукопашку пошел. Так, отлично. Ну, не отлично, конечно. Придется-то. Призыв. А, и Хоп, конечно, тоже призвать надо. Зандер сюда, Катя. Ага. Штурмовик J3000 или штурмовик J3000. Хоп, ты там прибежала? Ё-моё. Всё, пошло. Ага. Ну, серьезно? Зандер, где отпинай? Он вообще хилил. Какой промах? Ты чё? Забайтили его, хорош. Так, всех собрать утиль, это будешь делать ты. А, и с этих собрать утиль. Всё? Замечательно. Плохо, неплохо. Неплохо, я бы сказал. Я бы сказал, даже очень хорошо. О, энергоячейки пошли. А энергоячейки это что? Правильно. Энергоячейки это электроника. Пистолеты тоже. Сейчас мы тебе все дадим. Лазерный пистолет тоже возьми. Замечательно, замечательно. О, торговля, грузовой корабль. Отлично. В звездной системе появился торговый корабль, который собирается вести торговлю, пока он здесь. Эти маленькие, но быстрые корабли распространены во внешних мирах. Обычно они ограничены в средствах, и их грузовой отсек невелик. Такие корабли покупают ресурсы и товары подешевле, а потом перепродают их за более высокую цену. Межгалактический закон запрещает им торговать оружием, но известно, что они покупают детали разнообразного оружия. Серьезно? Так. Купить за 4000 там синтетику, да? Шлем из углеволокна 2, прикольно. Оружие. Я могу... Ничего такого купить не смогу. Да. Ну, давайте посмотрим, что я могу купить... Так, ну мне кремний нужен. Купить 10. Так ведь? Не могу, то есть он не продает мне ее. Ага. Так. Это электронику могу продать. Это могу энергоячейку продать. Смотрите-ка, я, кажется, еще не все могу купить. Давайте я куплю, получается, несколько аптечек. Хотя бы 10 штук, потому что у меня денег вообще нет. Ну, имеется в виду, у меня их вообще нет, аптечки. Они, оказывается, еще не всем торгуют, блин, сволочи. Понятно. Ага. Сейчас, да, найдем топливо, что ты переживаешь-то? О, электроника. А с этого что? Хорошо.
Лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. А чё у вас голод 40%, блин? И ты голоден, да, типа? Голоден. Голоден! Так, действие. Так, Саманта. А Хоуп на исследование вот в первую очередь. Что делаешь? Нет, не разбираешь. Следуешь. Турельки нужны. Нужны. Может, их тяжело будет строить сейчас. Я реально говорю, тяжело будет строить. А, хоп, спасена, ничего себе. Снова в просторной спальне. Сейчас ночь, ну да, это прям вообще нравится. Грейсон радует выжившего. Давайте, ребят, ну вы как-то же этот. Ой, не-не. Я надеюсь, они просто так это. Никаких нет. Давайте без этих заинтересованностей, ладно, пожалуйста. Мне Хоуп и Кати хватило. Ой, фу, Кати и Саманты хватило. Да, Хоуп, надо, к сожалению, придется тебе поисследовать. Выбора нет. О, Зандер охотится. Надо ему, короче, эти очечки сделать, кстати. Было прикольно. Зачем? Мне просто больше нравится энергокристалл, поэтому. Да я и не против, если честно. Так. Процент, блин, это получается 1%, 25 кремния стоит. Ну, если так подумать. Отдыхай, да? Ладно. Угу. Есть талисман и инструмент. Получается, два инструмента можно носить. Круто. Это круто. Реально круто. Нормально еще. Хай. Ну, ему еще много-много можно. Так, а где... Вот. Автоматический турель стоит один процессор и 50... этих 50 сплавов. Как бы сплавы я делаю, окей. Да, давайте потихоньку, кстати, будем уже делать эти, как я всегда делал. Жилище, пол. Углеволокон. Нет, не углеволокно. А, подожди, нет, пол я делал. Только я его поднимал вот так вот-то. Надо. Получается вот так вот-то. Дать получается от башенки, да?
два, три, четыре, пять. И вот шесть, получается. Да, получается, вот так вот. Вот, получается, вот здесь-то я вот так вот ставлю. Ага. Так, потом я копирую его, выше делаю. Вот так. Здесь я ставлю турель... Нет, или здесь турельку. Сейчас посмотрим. Короче, нужно поставить турельку и поставить эту. Как ее, господи? Прожектор, прожектор. Прожектор очень помогает. А, да, Зандер же потребует. Надо его куда-нибудь в другое место, короче. Надо эту штуку перетащить, наверное. Лучше, и все просто. Так. Да, ведь перетащить ее нужно. Давайте тогда убираем нахрен эту статую. На улицу поставлю пока. А, нет, пускай он у него будет стоять. А? Так. И это мы переместим. Передвинь, а. Передвинь. Ага, хорошо. О, молодец, Катя. Все замечательно. Скоро все будет тип-топ. Семь электроники у меня. Всего лишь семь. Мало. Просто я строил вот здесь эту турель, вот здесь этот прожектор. Можно же теперь турель здесь, а прожектор-то сверху. О, фу, и снизу. Как бы почему бы нет. Ну ладно, тут надо ждать пока вот. А, нужно пока ждать. Нужно пока что ждать. А еще нам нужны. Вот они, датчики движения тоже. Одну единицу он и стоит, этот. Ну, нету электричества, то есть не подключено. То есть, видите? Вот все. Здесь уже нет. То есть нужно будет проводить сюда столб обязательно. Датчики движения нужны для того, чтобы засекать этих. Ну, те, кто на нас будет нападать. Получается вот так вот-то. И получается вот так вот столбы. И нужно будет сейчас здесь ставить. Да, так получается столб. Получается вот так столб. Че, где там более ровно место? Вот туда получается. Вот так вот. О, мясной рагу. Каком складнях это место? Мяса нет, что? Серьезно? 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 Да, серьезно. Давайте мы тогда вот это вот освободим. Построю здесь этот еще один холодильник. Получается такую вот конструкцию. И делаем тоже здесь. Получается. Это
Раз, два, три, четыре, пять. Я на шестую ставлю. Да, ну смотрите, прямо здесь. Нет, так мне не нравится. Так, тогда давайте что, передвигать эту? Блин. Некрасиво получилось. Раз, два, три, четыре, пять, вот шестой. То есть или вот здесь это сделать, или вот так вот. То есть вот тут, кстати, вот, оказывается, был важный вопрос. Вот если бы я так сделаю, тогда, видите, вот сквозь это проходит. Как бы не очень. А если так поставлю? Ну, наверное, так и надо, да, ставить вот так вот-то. Ок. А, ну давай с этой стороны. Вот так вот. Вот. Тогда сейчас снесем. Серьезно? Ну как можно было так, а? Ладно, давайте, ребятки, на этом мы с вами сегодня закончим. Я вам скажу всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами был Олег Огненный, увидимся в следующей серии. К нам присоединился Зандер, это круто. Будем думать, что делать дальше. Все, всем спасибо, всем пока.